В нашей области числится более 39 тысяч пациентов с ишемической болезнью сердца. Количество кардиологов оставляет желать лучшего. Особенно остро стоит вопрос нехватки узких специалистов в сельских районах. Нередко их работу в селах выполняют терапевты, которые не всегда знают, как правильно выстраивать лечение. Чтобы исключить такие проблемы и помогать сельским врачам, в областном кардиохирургическом центре открылся специальный ситуационный центр. Новый ситуационный кабинет будет выполнять функцию аналитического центра. Сюда будет передаваться вся информация об электрокардиологических исследованиях и ход амбулаторного лечения тяжелых пациентов. У сельских жителей будет возможность, снимая электрокардиограмму у постели пациента, тут же передавать ее через Bluetooth на планшет. Мы видим эту электрокардиограмму в программе, подается определенный знак, мы все это будем демонстрировать чуть позже. И таким образом мы уже можем давать квалифицированную интерпретацию. Соответственно, все это будет сопровождаться консультацией по дальнейшей тактике ведения пациента. Для стабильной работы ситуационного центра закуплены 15 телекардиографов, которые будут передавать в центр результаты ЭКГ через интернет. Новые аппараты установили в сельские районы. Кардиологический центр потратил на их приобретение порядка 8 миллионов тенге. Работу нового ситуационного центра проинспектировал аким области Нурмухамбет Абдюбеков. Глава региона пожелал, чтобы нововведение стало действительно необходимым и даже вспомнил печальный опыт внедрения электронного журнала «Белемал». Внедряли на разработках наших карагандинских айтишников, назвали ее, по-моему, «Белемал». Появляется другая, через министерство заходит это, «Кундюлет», да? И теперь они приезжают, говорят, а теперь вы внедряете «Кундюлет», «Белемал» этот, как бы не интегрируется с этой. По информации медиков, в области по-прежнему имеется нехватка узких специалистов. Укомплектованность кардиологами в сельских районах всего 70%. Также медработники отметили, что подобные кардиографы не мешало бы установить и в каретах скорой помощи. Айым Амрина, Олжас Габбасов, Бауыржан Ермагамбетов, Первый, Карагандинский.